Сегодня, 25 октября, на территории Донецкой Народной Республики поступил очередной 82-й гуманитарный конвой из Российской Федерации. За период гуманитарных поставок 2014 года по настоящее время 82-й конвой является самым большим. Сегодня Министерство здравоохранения принимает 18 белых грузовиков. Кроме того, в составе гуманитарной колонны МЧС Российской Федерации доставило 250 килограмм целевой гуманитарной помощи в адрес Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения в виде медицинского имущества. Разгрузочно-погрузочные работы производятся на складе Республиканской базы специального медицинского снабжения сотрудниками склада Министерства здравоохранения и МЧС ДНР. В составе 82-го гуманитарного конвоя Министерством здравоохранения получено дорогостоящее крупногабаритное медицинское оборудование, часть которого будет установлена в крупных многопрофильных учреждениях нашей республики, таких как Донецкая клиническая территориальная медицинская объединение, Институт неотложной восстановительной хирургии имени Гусака, а также Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства. Наряду с медицинским оборудованием также получены медицинские иммунобиологические препараты для проведения плановой иммунизации населения, изделия медицинского назначения и химические реактивы для проведения лабораторных исследований, расходные материалы и растворы для проведения процедуры программного гемодиализа, лекарственные препараты для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний для взрослой и детской категории населения. Препараты инсулина, таблетированные формы сахароснижающих лекарственных препаратов для лечения ювенильного ревматоидного артрита детской категории населения, плазмозаменяющие растворы, антибактериальные средства, противовирусные лекарственные препараты. В ближайшее время полученные товарно-материальные ценности будут распределены в профильные учреждения здравоохранения нашей республики в полном объеме. Министерство здравоохранения искренне выражает слова благодарности МЧС и Министерству здравоохранения Российской Федерации за оказанное содействие в получении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также дорогостоящего медицинского оборудования.